Все-таки пойдет под суд. Накануне стало известно, что бывший директор канадского филиала ЧГУ за взятки и мошенничество отправится на скамью подсудимых. Уголовное дело в отношении экс-директора филиала ЧГУ и по совместительству депутата городского собрания Канаша завели еще зимой. Общая сумма взяток – несколько сотен тысяч рублей, считает следствие. Их он получил от студентов за 5 лет, с 2007 по 2012 годы. Деньги директору филиала несли за фиктивную сдачу экзаменов, зачетов, защиту преддипломной практики и дипломной работы. Впрочем, кроме денег, руководитель учебного заведения охотно принимал дорогостоящие продукты питания и алкоголь. Сейчас расследование уголовного дела завершили, материалы направили в районный суд. На денежные средства обвиняемого, которые находятся на банковских счетах, наложили арест. А вот в отношении посредника, который способствовал взяточничеству, уголовное дело прекратили. Он сотрудничал со следствием и помогал раскрыть преступление.